вот с этого сарайчика надо сделать нормальный дом. Так, ну вот, закончили. Такой домишко получился. Желоб сделали. Ну, это уже потом хозяин сказал, сам подсыпется. Было бы, конечно, вообще супер, если бы вот так бы это можно было сделать. А видимо, нельзя. Нет там. Видимо, нельзя. Да. Ну а что сделаю здесь висенку пока временно. Год постоит. Чем вы собираетесь? Да? Ну я тебе это даже как вчера. Это второй этаж. Лесенка. Вид из окна. Вот лесенка. Вот такая у них кухня получилась. Тут уже идет отделочные работы.